Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Очередной раз мы с вами на рыбалке, на Днестре. Очередной у нас эксперимент. Вот. Ну, как всегда, по традиции, прежде чем начать нашу рыбалку, что мы делаем? Правильно. Берем мусорный пакет и начинаем собирать мусор на своем месте, где хотим порыбачить. Кстати говоря, хочу сказать, мы рыбачили именно на этом месте 2 недели назад. И тоже наводили везде порядок. Вот. Думали, что сегодня приедем, тут будет, как после нас, чистота. Но оказалось немножко не так. Конечно, лучше, чем было раньше. Лучше, намного лучше. Но все равно. Мусор. Поэтому, друзья, сразу же первый совет от канала «Все для клёва». Прежде чем ехать на рыбалку, включите в список тех вещей, которые вы берете на рыбалку, мусорные пакеты. Чем они будут больше, тем лучше. Вот у нас вот такие вот пакетики. Они на 120 литров. Как раз хватает, чтобы примерно убрать здесь территорию. Нам хватило 5 минут, чтобы навести более-менее нормальный порядок. Многие в комментариях пишут о том, что автомата не хватает, там отстреляют там таких. Да ничего подобного. Никакой автомат ничего не решит. Вот главное — это личный пример. Пока не родится тот человек, который не увидит, что его отец собирает за собой мусор на речке, то толку не будет. Вот только тогда он сможет повторить то же самое. Только личный пример. Больше ничего не действует. Итак, друзья, задача сегодняшнего видео — поймать большого карпа. Ловить мы его будем на горох. И используя тот опыт, который мы получили в прошлом видео, когда мы ловили на 1, 2, 3, 4 или 5 горошин, мы тогда поняли, что на 3 и на 4 горошины клюет карп большего размера. Поэтому сегодня мы будем тоже ловить на 3 и 4 горошины. Будем использовать крючок фирмы «Анаконда», 6 номер. Сегодня будем экспериментировать с крючком 15-314 серии. Как он вяжется, я уже показывал в прошлом видео, но для закрепления материала я еще раз вам покажу, как я вяжу такую оснастку без стопорка. То есть это будет волосяная оснастка обыкновенная с безузловым узлом. Итак, берем шнур, вяжем на шнуре одиночный узелочек. Вот такой вот. Затягиваем его. Вот он. Лишнее сразу отрезаем. Есть. Берем горох. И по одной штучке насаживаем его. Эта петелька у нас специально для того, чтобы мы могли насадить этот горох. Так, одна есть. Вторая есть. Третья есть. И четвертая. Горошина. Продеваем мы ее, вы видите, через две половинки. Вот тут половинки горошины. Аккуратненько протыкаем и продеваем. Есть, продели. Все, теперь сколько нам надо? Ну, сантиметров 50 будет у нас поводок. Берем запасом немножко. Вот. И продеваем на удавку. Вот так вот. Здесь мы поправляем горошины. Вот так. У нас получается вот такой вот вариант. Вот. Можно ромбиком, можно квадратом, чтобы получилось.
Ну, получился вот такой вот вариант. Теперь достаем крючок. Продеваем наш поводок в крючок. Так, измеряем расстояние между горохом и крючком. Вот так достаточно. И начинаем закручивать. Вот так. Есть. Мочим и зажимаем. Хорошо. Вот у нас получился такой, друзья, вариант. Вот такой вариант мы попытаемся поймать карпа. Единственное, что еще у нас будет отличие, в чем будет отличие? В прошлый раз мы ловили на фидерном удилище прямо под бровкой, под первой. В этот раз мы хотим попробовать взять две кормушки такие с грудозацепами. Они 125 грамм. Потому что на Днестре течение. Вот, и забросить подальше. То есть где-то примерно 65-75 метров. Примерно так будет у нас дистанция лова на двух удилищах. И две кормушки для ближней бровки. Будем использовать вот такую потаповскую кормушку 100-граммовую. В принципе, ничего там сверхъестественного нет. В прикормку будем добавлять в горох. Прошлый эксперимент был у нас удачный. Вот. Мы проэкспериментировали, и у нас получилось так, что на 5 горошин клюнуло всего лишь один раз, но хороший карп где-то примерно 3,5 килограмма. На 4 горошины у нас клевал карпик такой где-то до 2 килограмм. А на 2 горошины и на 1 горошину клевал карась, тарань, подлещик, ну и пару карпиков мы тоже взяли. Но клевало чаще. Поэтому мы не спешим никуда, у нас целые сутки впереди рыбалки. Вот. Мы хотим насладиться природой, подышать свежим воздухом. Вот. И попробовать поймать все-таки какого-то монстра. Если нам, конечно, дедушка Днестр позволит. Первую оснастку забрасываем дальнобойным моим удилищем. Black Power Carp. Попробуем на максимальную дальность с 4 горошинами. Ну еще один дальний заброс на 3 горошины. То есть будет 3-4 горошины на дальнем и 3-4 горошины на ближнем. Посмотрим, как будет себя вести карпик на этих дистанциях. О, хорошо пошла. Ух ты, ты.
это трешечка, друзья, даже больше. Смотрите, как он хорошо его взял. А, шестерочка, номер анакондика. Красава, а? Смотрите, какой. А? Ох! Опять, друзья, опять. Одно удилище работает с тремя горошинами. Второй карпик, но не наш размер, не наш. Дедушка Дмитр, спасибо, конечно, но мы такое не берем. Что, пойдем отпускать? Друзья, у нас очередная поклевочка. На три горошины. Хочется, конечно, думать, что там что-то серьезное, но тут не серьезное. Карасик, друзья. Вот такой карасик. Еще парочку таких, и можно, в принципе, делать уху. Карпиков мы же выпускаем. А карасей можно. Их тут много. Друзья, уху мы сегодня не приготовили, рыбу мы не поймали для ухи, одного карася, но с одного карася мы не приготовим ее. Дедушка Днестр дал нам небольшого карпика, но мы не приняли его дар, отпустили карпика в Днестр, забрали пока одного только карпа на 3 килограмма, и приходится довольствоваться шпикачками с помидорами, друзья. Красота! Какую покупку, да? Приятного аппетита. Класс. С помидорами. Наш утренний карпик небольшой. Что ж, начало положено утренней рыбалки нашей. Посмотрим, что будет дальше. За ночь, конечно, ничего не клевало. Ну, тут единственное, под утро клюнул. Его мы выпустим. Вода теплая такая. Супер.
Берримор. Что у нас на завтрак? Овсянка, сэр. Друзья, мы сегодня на завтрак кушаем овсянку. Это самая полезная пища. Я, кстати говоря, кушаю ее каждый день. И вам тоже советую. И яйца. Не забывайте про белок. Потому что белковая пища должна немножко преобладать. Углеводов поменьше, белков побольше. Ну и овощи не забывайте, друзья. Приятного аппетита. А каша с изюмчиком — то, что надо. Угу. Супер. О, неужели у нас так легко на дальний заброс, друзья, дождались. Ох, что, перемоталось? Ай-яй-яй. Друзья, ну вот он, красавец. Из дальнего расстояния, вы поняли? Друзья, хочу обратить внимание на катушки, которыми сегодня я пользуюсь. Это такая 7000-ная катушка фирмы Anaconda. Она мало того, что с бейтранером, еще и сигнализатором. То есть, когда включается, бейтранер включается, то срабатывает сигнализатор. Вот, и подает звуковой сигнал, звуковой и световой сигнал. Видите, да? Во время поклевки рыбы. Очень удобная штука, скажу. Тут достаточно глубокая шпуля. В нее вмещается очень много лески. Это позволит вам ловить как с берега, так и с корабликом, если нужно завозить оснастку. Я использую ее как с фидерными удилищами своими, так и с карповыми. То есть, в принципе, катушка универсальная и довольно-таки легкая. Так что такая вот новинка появилась в нашем интернет-магазине klevo.com.ua. Карасик, друзья, карасик, жирненький, хорошенький, на 3 горошины здесь было, как красавец. Было 3 горошины здесь, друзья. Было 3, осталось 2. За нижнюю губу. Наверное, карасик. Макс, наверное, ты сегодня все-таки будешь кушать жареного карася. Если карпик, конечно же, отпустим, а если карасик, то Максу повезет. Что? Карп.
Карасик. Карпик. Макс, тебе не повезло. Красота. Ну, друзья, начало сезона херсонских арбузов. Говорю, аж слюни текут. Класс. Друзья, ну это, наверное, крайняя поклевка этой рыбалки. Очередной карпик. Это радует. Наверное, будет достойным завершением нашей рыбалочки. Такой восклицательный знак. Красивый, зеркальный красавец. Вот он. Супер, да? Вам нравится? Ну что ж, друзья, заканчиваем нашу рыбалку. Задачу мы выполнили частично. Большого карпа мы не поймали. Но поймали одну трешку, одну двушку. Остальных, которые от полтора и меньше, выпускали. Вы сами это видели. А, да, взяли еще 4 карася. Ну, это так. Хотели пожарить сегодня во время рыбалки, но из-за того, что съели арбуз, караси уже не пошли. Оптимально, конечно, ловилось на 3 горошины. Но если бы мы, конечно, ставили 2 или 1, мы ловили бы больше рыбы. Но так как задача так не ставилась, осталось поймать большого карпа, поэтому мы мужественно ловили на 3 и на 4 горошины. О чем это говорит? О том, что рыба в реке есть, но таких больших экземпляров, как хотелось бы, они крайне редко попадаются. В этот раз нам не попался такой карп, но мы не расстраиваемся. У нас прекрасно прошла рыбалка, мы нормально отдохнули. Свежий воздух, прекрасная погода, благодарный дедушка Днестр. Что еще может быть лучше? Поэтому, друзья, экспериментируйте и вы. У нас один карп попался на ближней дистанции, второй на дальней дистанции. Поэтому и я вас призываю каждый раз на рыбалке экспериментировать. Что-то не клюет на одно, пробуйте другое. Меняйте крючок, меняйте длину поводка, и у вас все получится. Друзья, ну если это видео вам было полезным, не забывайте ставить лайки, подписаться вот здесь на канал. Я прощаюсь с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока. Thank you.